Ребята, я в пенсионном фонде. Жду свою очередь. Это моя улица, на которой я живу. Только в другом конце улицы. Сейчас узнаю, какие документы сдавать. И пойду домой. Но уже понятно, что у меня с собой нет половины документов. Так что мне придется еще раз прийти. В общем, забыла дома. Не взяла диплом и еще кое-что.